Рассвет в Заполярье. Очень красивая река парит, но на самом деле вода там очень даже не теплая. И сегодня очень чистое небо, есть надежда, что все-таки увижу северное сияние. Уже выехал из заполярного круга, приехал в город Фэрбанкс, это один из крупных городов для Аляски. Купил мобильную связь, теперь у меня есть интернет, и это круто. Здесь сейчас минус 2 градуса, это безумно тепло. Это так тепло, что кажется, как Африка. Что самое интересное, я привык ездить, ну, немножко по своим правилам. В Америке как-то здесь у них так все устроено, что переезжая на перекрестки, даже когда они пустые, я нажимаю на кнопку и жду, когда загорится мне зеленый знак сигнала. И езжу вот по тротуарам, это специальные для велосипедов. Как-то оно здесь все провоцирует ехать правильно. Надеюсь, что дальше будет хотя бы такая же температура. Можно и немножко теплее. Хотя это очень комфортно. Также я не перестаю удивляться очень высоким ценам. Например, вот сейчас телефон с безлимитным интернетом и звонками $65 в месяц. И это считается, ну это еще нормальный вариант нашел, если подороже. Как-то дороговато. На продукты такая же тоже цена. Вот бензин уже не помню, я еще спрашивал, когда только прилетел, он подешевле, чем у нас. Хотя они продают его в галлонах. Город Фэрбанкс. Реки начинают немного подмерзать. Пасмурно. Вот-вот пойдет, наверное, снег. Флаги Соединенных Штатов Америки. Это флаг Аляски. Большая медведица и полярная звезда. Выглядит мой велосипед. Флаг Украины, который пережил Азию, уже потрепался от этого льда, от этого холода. Hello. Where are you coming from? I am from Ukraine, but now I come just from Prudhoe. You came from Prudhoe? Yes, by bicycle. It was very crazy trip. Thank You're you. The man. Thank you. Have a nice day. Bye.